приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я хочу разобрать для вас риф, который очень хорошо звучит на акустической гитаре. Этот риф играется в стиле, можно даже назвать, такого тяжелого блюза, ну, либо просто рок-н-ролла. Вот все это из этой области. Вот, все зависит от того, какой звук изначально подключить. Вот, просто мы играем на акустике, можно это сделать даже чуть ли не в металле. Итак, давайте выучим сам риф. Перед тем, как его сыграть, мы играем шестую струну на третьем ладу. То есть зажимаем шестую на третьем, вторым пальцем. Извлекаем звук в правой руке. Здесь мы делаем вот такое покачивание по струне. То есть делаем вибрато. После этого мы зажимаем аккорд указательным пальцем. Это будет четвертая и третья струны на втором ладу. Вот такой аккорд. То есть нам нужно зажать две струны указательным пальцем. Это будет четвертая струна и третья струна. То есть мини-барре такой. Зажаты они будут у нас на втором ладу. Вот. И еще помимо этих двух зажатых струн мы будем использовать пятую открытую. Итак, зажав этот аккорд, мы сыграем в правой руке три струны вниз. Пятая, четвертая, третья. Итак, шестую на третьем вибрато. Далее четвертая с третьей на втором. Играем три струны вниз, два раза подряд. Пятая, третья, четвертая струны. После этого нам нужно сыграть два приглушенных удара. После того, как мы сыграли пятую, третью, четвертую, мы приглушаем струны вот этим местом в правой ладони у подставки. То есть прижимаемся этой подушкой кисти в том месте, где струны только отходят от подставки. Вот здесь кладем за эту кисть, глушим. И вот делаем два таких приглушенных удара. Тоже будет струны 5, 4, 3. Вот такие два удара. После этих двух приглушенных ударов нам нужно будет сыграть обычный удар, тоже по тем же струнам, 5, 4, 3. И потом опять приглушенный, 5, 4, 3. Итак, еще раз медленно. Вниз, вниз, два вниз приглушенных, один вниз не приглушенный и один вниз приглушенный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть нам нужно сыграть 6 штрихов. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вниз, вниз, глушим, глушим, вниз, глушим. После этого мы играем пятую струну на третьем ладу. Тоже качаем, делаем вибрато. И опять играем вот этот указательный палец. Мы не убираем с четвертой и третьей струн. В правой руке мы опять повторяем. Вниз, вниз, глушим, глушим, вниз, глушим. И за вторым разом мы играем уже не пятую на третьем, а шестую на третьем. И опять повторяем. Вниз, вниз, глушим, глушим, вниз, глушим. Вот такой вот риф. Еще разок давайте все запомним. В правой руке. Сыграть переход, шестая на третьем, шестая на втором, шестая открытая.
Здесь уже будет 5-4 на втором. Играть мы будем здесь уже 6-5-4. Вниз, вниз, душим, душим, вниз. Душим, душим. Можно вот так даже сыграть.